нравится одеяло? Кокосу нравится одеяло, барахтаться в одеяле. Он же тряпочник. Да? Любит валяться на одеяле и сопеть. Устал, что ли? Устал валяться? Устал, побегай. Ребят, многие считают, что игрушки для собак, они все одинаковые. Вернее, они одинаковые для любой породы. Но есть такие игрушки, которые существуют только для мопсов. И это мы выяснили недавно. Сейчас я вам покажу такую игрушку. Это сигара. Кокос продолжает играть. Кокос, иди сюда. Иди сюда, иди ко мне. И вот эта игрушка. Вот так мы ее используем. Вот так играем мы с кокосом. Кокос ее ищет. Где же? Кокос, а где же сигара? Где же сигара? Ты куда ее дел? А? Все, кокос потерял сигару. Да? Ну-ка иди сюда. Иди сюда. Иди ко мне, иди ко мне. Пошли. О, нашел сигару. Все, кокос нашел наконец-то сигару. Все, молодец, молодец, кокоска. Вот так можно спокойненько, да? Теперь можно и перекурить. Не, курить кокос не хочет. Вот такая игрушка у нас. Вот такая замечательная игрушка. Рекомендую. Оп. А где сигара? Где сигара? Кокоска потерял сигару. Иди сюда. Где сигара? Она прикольная, да, кокоска? Да подожди, не буду забирать. Я не буду забирать. Просто поскрипи, поскрипи ей. Ах ты, кокоска, кокоска. Вот такая вкусненькая сигарка, да? Удовольствие.